Ну что ж, здравствуйте, всем привет. Я думаю, вам это видео очень понравится. Ну, оно, в принципе, есть везде, ну, как бы не обращать внимания. Надоели вам, наверное, уже эти всякие модемы, билайны, мегафоны, ну, вот эти сиоты там, все остальное, все куча, вот это, все деньги платить, на такая переплата обалденная. Ну, кстати, у вас есть телефон, в телефоне есть свой модем. Вы можете его также подключить и платить только за телефон. Поставили телефон, заплатили, сделали безлимитку. И все, в принципе, смотрите это видео. Не забывайте подписываться обязательно. Да, кстати, есть у меня там номер телефона. Я в Искитимском районе, Искитим, Ленёво, Ложок, это все остальное, как бы все делаем. Можете позванивать и спрашивать по WhatsApp, и все остальное могу все объяснить. Все, удачи, пока. Всем. Берете шнурок от телефона, к компьютеру подцепляете. Так, смотрим, потом вот так вот. Он пока выключен, ну, в режиме системы ожидания у меня. Вот есть USB 3. Можете подключить вот сюда, например. Есть USB 2, USB, конечно, побыстрее, но так как у меня компьютер далеко стоит, я купил себе проводник USB шнур, вот он у меня метровый, так как у меня, видите, он так поставил, через USB 3 поставил. Вот показываю, нету интернета. Вот беру телефон, включаю, внимательно только смотрите, точка, тот модем, USB модем. Так, смотрим. А, видите, все заработало. Если у вас есть, естественно. Так, драйвер, начинаем. Яндекс. Так, ну, YouTube. Я свой канал, конечно, подключу свой канал. Видите, можете подписаться смело ко мне. Видите, смотрите, сколько видео у меня там. Целая куча. Тут все есть, что желание есть. Так. Вот он мой, видите, как значочек, вот он, где вы можете скачать его у меня с одноклассников. Вот по ссылочке делайте, выходит у вас, вот он, просмотр недоступен. Вот он, сразу будет написано Корсар. Вы скачали, получился, включили. Ну вот он мой сайт. Все потихонечку есть. Вот все написано. По сайте все. Это странички мои есть. Любые, которые найдете. Вот они. Календарики, которые у меня есть. Можете скачать любой календарик. Надо, правда, на 20 делать. Вот они на телефон все. Живой обои на телефон. Все, что здесь есть. Ну, естественно, у меня есть поисковая страница. Поисковик простой, как в любом, на любом сайте. Вот. Вот сейчас. Блин, да не видать что-то. А вот он. Видите, простой поисковик. Нажимаем. Ну вот они. Программы, файлы, видео. Все, что хотите.
Нажимаем на поисковичок. Вот все, что можно скачать. Все программы. Ну, в принципе, удачи. Подписывайтесь. Ну вот, если вам видео помогло, то это вам повезло знать. Если не помогло, значит, у вас просто нету драйвера. Это сделать можно как? Взять любой модем у любого соседя, у друга или подруги. И чтобы, ну, так как он мне сейчас записывает, ну, сейчас я вам отключу на секундочку. Вот. Вот раз. Я его отключил. Вот. Он сейчас, видите, у меня переносные два. Это вот здесь он стоит у меня драйвер. Отдаю драйвер. Убираем. Выбирать драйвер. И вот здесь вот МТР. USB МТР должен быть какой-то из какой-то из них. Ну, вообще лучше всего два должно быть. Вот таких. Но если скачивать, вы можете, в принципе, найти его и в корень воткнуть его. Но это, конечно, тяжелый случай. Так. Сразу говорю, можете не мучиться, не искать. Вот сейчас опять у меня фон пошел работать. Все. Так, сейчас посмотрим. Ну, должен все уже пойти. Так, вот он идет. Вот, обязательно должен работать. И через модем включаете Боснер, и он у вас находит. Не удалось, так как у меня нету интернета. Сейчас мы по-быстренькому еще раз проверим. Вот. Вот это вот. Еще разочек. Вот так вот. Сейчас он должен запуститься. Вот он запустился, как видите. Ремонт какой-то он там делает. Вот. Ну это ладно, не важно. Он должен, кстати, все это все сделать. Загрузиться обязательно. Так, сейчас мы его отключим. Вот, параметры отключим, завершим. Вот что-то у меня есть много пазов включено. Ладно. Не об этом разговор. Еще раз просто покажу, как это вот Боснер включаешь. Почему я некоторые раз Боснеры вам даю, там как объясняю, что Боснер, например, то-то, то-то делается. Вот. Ну и вот здесь он, то, что у меня, например, есть вот поддержка, вот так, например, здесь видеоадаптеры. Сейчас я вам найду. Сетевой адаптер. Устройство тут. Вот он. Android, iPhone, Android. Вот он. Вот у меня на Samsung идет. И на мой Huawei идет. Видите, да? Ну такие у вас должны быть стоять. Ну, он у вас найдет эту всю самую систему. Установит. Ну, переносные устройства, пожалуйста, будет у вас. И, в принципе, все, больше вам ничего не надо. Он установится то же самое. И можете то же самое по этому же видео спокойно обновлять, играть в игру. Ну, все, что хотите, то и делать. Ну, ладно, всем удачи, пока.